Привет! С вами Марина, и в своем сегодняшнем видео я буду рассказывать вам о том, как я ухаживаю за своей кожей при помощи масок. Ну, все знают то, что маски — это дополнительный уход, то есть они нам нужны для того, чтобы более интенсивно и более сильно подействовать на какую-то проблему. Заранее извиняюсь за свой голос, я очень простудилась в субботу, я уже говорила в другом видео, и мне кажется, что я говорю просто ужасно, что я говорю в нос и что меня невозможно слушать. Возможно, это так. Да. Итак, большая часть моих масок — это очищающие маски, так как кожа у меня проблемная, и большую часть времени я борюсь именно с этими проблемами. И моя самая любимая маска — это просто мой фаворит, это маска с Кавказа, называется она «Лимус Тамбуканская грязь». Маска очищающая для проблемной и жирной кожи. Это очень черная, очень такая жирная грязевая маска, ну, жирная именно, как бы она наносится таким густым жирным слоем, жира в ней нет. Значит, это настоящая тамбуканская грязь, взятая из озера. В ней содержится очень много биологически активных компонентов. Там гуминовые кислоты, липиды, каротиноиды. Это все сильнейшие природные антиоксиданты. Ну и, возможно, в ней содержится... Да, и, скорее всего, что в ней содержатся какие-то сульфаты, потому что она так сильно пахнет. Она не то что пахнет, она просто воняет. Ее носить на лице практически невозможно. Но результат мне очень нравится. Во-первых, она... Есть какой-то и моментальный результат, то есть кожа более чистая, тон ее более ровный, но также есть и долговременный результат. Я пользуюсь этими масками уже, наверное, года два. Иногда прохожу курс через день этими масками в течение 2 недель. Иногда пользуюсь ими, просто поддерживаю там раз в недельку, раз в 2 недельки. Наношу маску минут на 15, на 20, и затем ее смываю. Она смывается очень плохо. Когда я её смываю, у меня все лицо болит. Значит, да, какой же долговременный результат? Я практически полностью избавилась от подкожных прыщей, которые раньше меня очень сильно мучили. У меня раньше раз в месяц или 2 раза в месяц скакивали очень болезненные подкожные прыщи на лбу, на подбородке, причем они были настолько мерзкие, что они просто искажали мне лицо. Я ходила с рогом на лбу или с свернутым подбородком, ну, как бы из-за такого огромного прыща. Вот, я очень комплексовала и выглядела просто уродско. Вот, и с этими масками я от этой проблемы, в принципе, избавилась. Я очень рада, я буду постоянно покупать эти маски, но они стоят... Их можно заказать по интернету, но по интернету они стоят довольно-таки дорого. Я видела цену в 400 или 500 рублей за такую маску. Но на Кавказе они продаются рублей по 280-300, вот так вот. Раньше они вообще продавались по 250 рублей. В общем-то, отличная маска. Если где-нибудь вы вдруг увидите ее в интернете, то и у вас проблемная кожа, то обязательно купите. Но знаете, что она такая очень неприятная в использовании. Ее больно снимать, как бы ее больно отмывать от лица, и ее очень мерзко носить. Она воняет. Да, если вы что-нибудь заденете, то она пачкает абсолютно все. Следующий более легкий вариант вот этой вот тамбуканской грязи, так скажем, это глина. У меня глина желтая и розовая. Это самые мягкие виды глин. Более очищающие — это глина белая и глина голубая. Значит, глина желтая, глина розовая, они абсолютно подойдут на осень, на зиму, на весну. А вот глину белую и голубую я бы порекомендовала бы на лето. Значит, они легко разводятся водой, легко наносятся, легко смываются, не пересушивают кожу, но при этом очень хорошо очищают ее верхний слой. Но я думаю, что глина, она хороша именно как средство для верхнего слоя. Она не работает в глубине кожи. Для глубины кожи нужны уже как бы более какие-то мощные маски на грязях, на всяких циолитах там и так далее. Но она стоит всего лишь 23 рубля. Я считаю, что за 23 рубля это прекрасная маска. Она прекрасно справляется с функциями очищения. В общем-то, всем рекомендую попробовать глину и попользоваться глиной. В общем-то, да, я что-то про нее подзабыла. Наверное, надо сегодня сделать маску с глиной себе. Следующая моя очищающая маска — это маска от Банька Агафьи. Я ее купила всего лишь за 20 или за 30 рублей. Секреты сибирской травницы, что-то такое, на васильковой воде. Вообще, она очень вкусно пахнет и имеет такой приятный голубой цвет. Но очищает она очень-очень слабо. Она просто мега слабенькая какая-то. Я считаю, что это отличное очищение, но для очень чувствительной кожи. А для моей кожи это просто такое приятное расслабление. Не знаю, просто в ванной поваляться с маской для релакса, и все, в принципе.
Очищает, но не очень хорошо, к сожалению. Вот. Но она безумно приятная, кстати, да. Что, чего я бы не сказала вот про это. Следующая моя маска, которая уже заканчивается, я ее, наверное, выкину. Это отбеливающая маска против пигментных пятен и веснушек. Я ее покупала зимой, очень вам ее расхвалила, очень ее всем порекомендовала. Зимой она почему-то действительно работала, она реально улучшала цвет лица. А сейчас весной она перестала работать. Это она примерно похожа вот на эту вот агафью. Что такое? Ну, конечно, я ее допользую. Там осталось всего на один раз. Но результатов каких-то от нее сейчас весной я уже не вижу. Может быть, конечно, она у меня постояла в ванной, и под действием пара как-то испортилась. Вот, да, фирма наша Флорисан покупала в дешевеньких магазинчиках эконом за 50 или за 60 рублей. Или за 70. Итак, 50-70 рублей. Называется «Белый лен». В принципе, прикольная маска, но, возможно, я ее неправильно хранила. Почему-то она перестала работать. Так что мне сложно сказать, рекомендую я вам ее или нет, но попробовать можно. Тем более стоит недорого. Следующая мне маска очищающая. Она уже даже не то, что очищающая, она именно антибактериальная. Маска «Минутка» от белорусской фирмы «Белита». Называется она «Стоп акне». Маска прозрачная гелевая. Так, такая вот прозрачная гелевая. Ну, достаточно приятный запах у нее. Ее нужно наносить на все лицо на одну минутку. Салициловая кислота будет действовать, щипать ваше лицо и убивать прыщи. Но мне кажется, что для моих прыщей наносить ее на одну минутку это очень мало. Я ее наношу либо на 5 минут на все лицо, даже иногда на 7 где-то вот так вот. Но она действительно щиплет. Потом смываю, и на лице образуются какие-то покраснения, но к утру они проходят. Либо что я делаю? Просто беру этот гель и на ночь наношу его точечно на прыщи. И я не вскочила, допустим, тут или тут. И я просто наношу очень-очень точечно, очень локально. Значит, ну, в принципе, стоит на рублей 60. В принципе, я ее, не знаю, даже рекомендовала бы или нет. Мне кажется, она тоже достаточно слабенькая. Мне кажется, что вот с этим не сравнится ничего. Но в качестве локального средства она хороша, кстати. Так что можете купить, тоже продается в дешевеньких магазинчиках. Купила ее там же, где и эту маску. Значит, так, следующая моя очищающая маска — это Avon Planeta Spa. Даже она не только очищающая, она тонизирующая. Это маска-пленка, и я их использую вместе вот с этим вот скрабом. Я их использую не по вечерам, а наоборот по утрам. То есть, когда я просыпаюсь, я чувствую, что я какая-то отекшая, что я какая-то не очень. Я сначала умываюсь со скрабом, он довольно-таки мягкий, и можно, я думаю, что умываться каждый день. И затем я наношу на сухое лицо маску-пленку и держу ее минут 20. Она отлично сходит прям пленочкой, и лицо такое посвежело. Сколько она стоит, я не знаю, это был мне подарок. В принципе, маски мне понравились, как она именно заявлена не очищающая, а тонизирующая. Тонизирует лицо она отлично. То есть как бы сразу прихожу в какое-то такое незаспанное состояние. И, значит, Avon — это единственная маска-пленка на данный момент, которая мне понравилась. У них еще из прошлых серий была такая белая маска-пленка, вообще отличная. Но это тоже неплохая. Следующая маска, которая мне безумно понравилась, это просто тоже один из моих фаворитов, это VI Cosmetics Лито-фитокомплекс для проблемной кожи. Опять же, там не глина, там циолит. Разводится как глина такой порошочек и наносится на все лицо. Но если глина работает на поверхности, то циолит, как и вот эта вот грязь, они работают внутри кожи. То есть они вытягивают все воспаления, они улучшают не просто внешне как бы структуру кожи, придают ей гладкость, они действительно улучшают ее цвет и как-то видно, что маска работает. Но, к сожалению, она у меня закончилась буквально недавно. И, возможно, закажу еще раз с этого же сайта, но там довольно-таки дорогая доставка, и поэтому, возможно, когда у меня накопится большой список желаний, только тогда я закажу. Вот. И также, кроме очищающих масок, у меня есть две маски питательных. Первая маска — это маска с Кавказа из серии Limuspa. Limuspa Botanics. Сколько она стоит, я не знаю, мне ее подарили. Значит, у нее она тоже на грязи, но грязью практически не пахнет. Она пахнет чем-то очень приятным, такая кремовая. И когда вы ее носите на лицо, то она безумно воздушная. Я даже чувствую, что у меня под пальцами лопаются какие-то пузыречки.
Ее очень приятно носить, и после нее действительно кожа очень увлажненная такая, и все-все-все шелушения проходят. Она была моим фаворитом зимой, но сейчас я весной, конечно же, ее допользую. Отличная маска вообще. Я очень люблю такое все природное. И последняя маска для лица. Это, значит, маска для лица от Green Mama. Я обожаю косметику Green Mama. Тоже питательная, с китайским лимонником и уссурийским хмелем. Она такая густая, розовенькая и вкусно пахнет. Ну, так, пахнет натурально. Я люблю вообще такие натуральные запахи. Сколько она стоит, я не знаю, мне подарили. Так что спасибо большое за подарок. И она работает примерно так же, как вот эта вот маска. То есть она также отлично питает кожу, отлично ее увлажняет и отлично убирает все-все-все шелушинки, если они, конечно, у вас какие-то есть. И если вы пересушили вашу кожу чем-то вот из этого, то она просто отлично работает после очищающих масок. Я прям вижу ее результат, там цвет кожи улучшается. Не знаю, кожа становится такая гладкая, прям не хочется на нее никакой крем наносить. В общем-то, отличные вещи. Но я бы сказала, что для проблемной кожи они работают очень хорошо после чего-то вот такого. Или вот такого. Вот. Так что, а девушкам с сухой кожей я бы, наверное, их рекомендовала как основные маски. Потому что я думаю, что для сухой кожи это как раз то, что нужно. Так что, в принципе, это было все о моих масках. Я очень надеюсь, что вам видео понравилось. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!